Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Dead Space Extraction. Я не знаю вот эту серию, которую я сегодня записываю, сегодня у нас вторник. Успею ли я ее выложить во вторник, или она выйдет в среду, и у нас один день будет без серии. Но как бы там ни было, я в самом начале, в первой серии предупреждал, что возможно вот такие простые, потому что у меня просто достаточно мало времени сейчас свободного. Так что с меня взятки гладкие, как говорится, короче говоря. Так, ну давайте начинать. Над гидропоникой доктор Карен Хауэлл чудом избежала смерти, и теперь она вынуждена выживать в одиночку. Отлично. Давно не играл в эту игру, офигеть уже. Ну, блин, сколько, наверное, чуть больше недели, наверное. Управление не помню. Подождите, мне сказали, что можно здесь выбирать управление. По-моему, это бред полнейший. Да, это полнейший бред. Здесь нельзя выбирать оружие. В итоге у нас только Riot Gun. И какой-то рип... А, понятно, это циркулярка. Ну, круто. Хотя, возможно, я сейчас не могу выбирать оружие чисто из-за того, что мы играем с какого-то нового персонажа. Похоже, это доктор Карен будет сейчас у нас. Давайте разбираться. Блин, соскучился по этой игре. Это доктор Карен Хауэлл. Инженер по агрокультуре. Даже на водозаборе уже небезопасно. Чудовище, которое я внизу видела, было огромным. И те бедолаги, которых я там встретила, уже, скорее всего, мертвы. Как и все остальные. Не нашла ни одного живого с тех пор, как покинула гидропонику. То, что я увидел в этих созданиях, показывает их экологию, культуру. Они охотятся группами. Они не монстры, они животные. Мертвые животные. Ничего не остается, кроме как бежать. Она отправляется в Шаттл Бэй. Ну, то есть, в ангар шаттлов. Надеется, что там кого-то встретит, но сомневается. Это она на видеокамеру записывала обращение. Теперь я вижу вещи. Господи, помоги мне. Не вещи, она видит, короче. Ну, галлюцинации, понятно. Так, у нас имеется резак. И у нас Riot Gun, который отстойный, по сути, своей. Меня по-новому учат стрелять. Кто-нибудь помогите. Не оставляйте меня здесь. Тут есть кто? Помогите. Ради бога, помогите. Не покидай нас. Не оставляй нас здесь умирать. Позади, оглянись. Отойдите от меня. О, поехали. Блин, да это пила. Она только на таком вот расстоянии. Понятно. Так. Давай без вот этого, пожалуйста, а? Да, блин. Как туго-то все идет. Вспоминать-то. Ты, блин, еще живая, что ли? Офигеть. Ой, блин, все забыл опять. Кто-нибудь меня слышит? Ага, слышит. Ари погромче. Еще пари. А то еще не все зомби прибежали. Ну, то есть не зомби. Ой, елки-палки. Да елы-палы. Короче, склифосовский. Блин, какой отстой, а не пушка. Ой, елки-палки. Что, мне ждать, пока они подойдут, что ли? Или швылять вот так вот? Ну, давай, ну. Ой, елки-палки, нет, с этой пушкой мы, похоже, настрадаемся. Да. Дайте мне обычный, блин, хотя бы форсган. Вот так только, если альтернативным. Ну так, блин, быстро уходят они. Фу, пушка, конечно... Не самый шоколад.
Да блин. Поиграл недавно на муви ее у знакомого. Просто попробовать. Те же самые головники, даже еще тяжелее целиться, оказывается. Ой, это же этот... Разум Роя, да? Или что-то похожее, по крайней мере. Пути наружу нет, говорит. Да, блин, меня сейчас убьют просто. Если так будет продолжаться. Да, что-то совсем непросто, блин, обратно вспоминать что-то как. Фу. Эта серия будет полна боли, я так чувствую. Я знаю, что они там. Ай, блин, не успел схватить. Они все мертвы. Ты должна присоединиться к ним. Блин, это долбанный рипер, а? Фух. Они на стенах. Вот против вас, в принципе, пушка, конечно, неплохая, блин. Ну давай, елки-палки. Пушка как-то... Да елы, да что ж такое? Ой, елки-палки, вот это кошмар. Ты еще живая, что ли? Да, блин, ну что, что серия-то такая? Они хотят меня убить. Ну, монстр-то понятный, я имею в виду разработчиков. Закончилось, наконец? Да, ну, блин, ну... Что-то не слишком ли много экшена, ребята? Живая еще. Давай, дохни уже, дохни, елки-палки. Дохни, говорю. Ну, замечательно, а тебя-то я как мог увидеть? Ой. Да. Погромче ори, блин. Да офигеть. Нет, это уже издевательство натурально. Зачем так много монстров сувать? Половину жизни снесли, а? Все ложь. Это все игра. Ты ничего не знаешь. Это святое. Ты должна послушать меня. Почему не слушаешь? Так, ты ученый, соберись. Мы должны остановить это. Должны сделать единым. Уф. Вот. Блин, выстрелил. Блин, вот сюжет и вот это вот все настолько круто сделано. Блин, вообще шикарно. Оно идет. Но геймплей это такой, блин, капец. Его слишком много в последнее время становится. Пушка, пушка! Да блин. О, ну наконец-то у меня есть оружие нормальное. Что-то наш ученый совсем плохо, похоже, под влияние маркера попало. Господи. Здесь есть кто? Да, дорогая. Ты сильно поранена? Лексин? Я не уверена. Я чувствую себя больной. Ты доктор?
Да, меня зовут Кэррин Хауэлл. Там рядом комната есть медицинская. Можешь идти? Наверное. Осторожней. Эти твари все еще там. Прости. Неважно. Давай тебя вылечим. Моя голова. Я думаю, мне полежать нужно. Лексин жива. Отлично. Полежи тут, пока не проснешься. Можешь для меня это сделать? Давай на тебя посмотрим. Я сделаю для тебя антибиотик. А, то есть не сделаю, то есть вколю. Прям сквозь одежду. Так, как тебя зовут? Как ты сюда попала? Меня зовут Лексин. Я пришла сюда из колонии с друзьями. Но мы разделились в водяных туннелях. Господи, я их видела. Они здесь? Где? Лексин, мне жаль. Они были атакованы. Я не думаю, что они выжили. Что? Нет. Ты не знаешь Нейта. Он бы не дал им умереть. Нам нужно вернуться в туннель и найти их. Ладно. Если ты хочешь. Но потом поищем путь корабля, хорошо? Хорошо, пойдем. Отлично, пушек набрали. Все успел схватить вроде. Лексин жива, это самое главное. Да хватает и елки-палки, это улучшение. Лексин, я же сказал тебе потише. Это не я. Тогда что это? Откуда доносится? Да, офигеть. Это... О-о-о! Так. Чё-то Лексин, похоже, все, да? Подходи ближе. А, вот. Получи. Так, что мне делать? А, он швырнет сейчас, наверное, что-нибудь. Фу. Давайте пока возьмем. Хорошо. Пока что не сложно, но тварь, конечно, опасная. Дайте. О, что-то далековато отбежало, нет? Это бессмысленно, только патроны переводить. Давай, зайди как-нибудь по-нормальному к нему со спины. Да, блин. Да не шевелись ты, но... Ох, как я вот, блин, вот эти моменты не люблю. Только вроде целишься нормально, она начинает двигаться. Так, давай только, блин, не снеси меня сейчас. Простите, если вы слышите какой-то незапланированный грохот, это мои соседи, которых я хочу убить. Как вы знаете, они меня постоянно беспокоят, и я надеюсь, что когда-нибудь они, ради бога, уже закончат свой ремонт. Потому что это продолжается уже лет 5, наверное, они каждый день что-нибудь ремонтируют.
Говори, не говори, бесполезно. Просто есть такие люди. Так, давай, дорогой, иди сюда. Получил. Так, теперь у нас кончилась штурмовая винтовка. Это может стать посложнее. Нравится? Да, блин, не шевелись ты, ёлы-палы. Ой, блин, как я ненавижу эту пушку. Вернее, ненавижу я не пушку, а скорее манеру, как тут дают целиться. Это же просто кошмар какой-то. Давай, не шевелись, не шевелись. Да, стреляй ты, ёлки-палки. Уф, так, ладно. Я думал, не смогу взять. А неплохо так работает. Блин, это вообще элементарно пока что. Вот так, хорошо. О. Понравилось. Давай, друг. Все похоже. Но это было вообще несложно. Он меня ни разу, по-моему, не ударил. Так, Лексин. А, Лексин живая. Я уж подумал, второй раз ее потеряли. Она мертва. Ты сделал это. Господи. Давай, нам нужно убираться отсюда. Быстрее сюда. Ты куда идешь? Туннель с водой там. Да там все кишит этими тварями. Мне жаль, но твои друзья мертвы. Они никак там выжить не могли. И мы не выживем. Нам нужно отправляться к транспортной станции. Что вы вообще делали на борту Ишимуры? Я думала, сюда запрещено прилетать. Ты не знала? Это же все на колонии тоже происходит. О, господи. Хорошо. Хорошо. Открывай это, ёлки-палки. Нет, спасибо. Так, опять эта пропаганда юнитологов. Я не уверен, что у меня сегодня будет время ее переводить, но в принципе это все... Ой, это же это место. Только не вы, а. Ой, блин, я им в пузо попал. Да, ёлки-палки. Офигеть, вот меня... Еще летающие какие-то. Да, блин, ну вот по летающим с геймпада будет шикарно целиться. Умерла? Или не умерла? Так, блин, когда ж вы от меня отстанете-то? Хорошо, неплохо так вышло. Да, блин, хватит, блин, погибаться, ёлки-палки. Экшен унылый. Блин, натурально, экшен надоел уже. Ну вот, собственно, все, что между ним происходит, на мой взгляд, крайне хорошо. Натурально, как кино. Вот это, по-моему, лучшая экранизация... Dead Space из всех возможных. Да только сдохни ты, пожалуйста, уже.
Ладно. Смотри, какие крепкие. Да елки-палки, да что ж такое? Блин, камера в самый неподходящий момент смещается. Только начинаешь вот за долю секунду до выстрела. Это, по-моему, печально. Да, не самая подходящая пушка. Дохните, твари. Давайте, давайте, давайте. Блин, да вот, ну, куда вот их столько? Ну, блин, это уже слишком перебор, перебор. Это уже серьезный Сэм какой-то, а не Dead Space. Живой еще, что ли? Ох, блин, какие вы душные ребята. Давайте, и теперь сверху еще парочка. А потом еще снизу пятеро. Да вот, спасибо, камера, что дернулась, блин. Ох, я сейчас материться начну. Ну, харе, ну, блин, ну как я его мог видеть тут? У меня камера не поворачивается, вы издеваетесь? Блин, он слева сейчас меня бить будет опять же. А нет, вот раз более-менее по-честному решили. Да давай ты, елки-палки. Да, как я и говорил, на каждом сантиметре мы будем застревать на полчаса. Просто таким образом разработчики растягивают время геймплея. Ох, это печально, я не люблю такие приколы. Сейчас еще штук 50 навалится. А у меня патронов уже нет. Ну да. Как я и говорил, отсюда нам так просто никто не даст выйти. О, всего 4 штуки. О, не-не, 6, нормально, нормально. Ты посмотри. Это, блин, как эти зерги, елки-палки. И что мне с вами делать? А, еще летающий, тоже хорошо. Зарграш. Да сдохните вы уже, елки-палки. Я сейчас наверх на летающий отвлекусь. Камера, ты тоже не сходи с ума, пожалуйста, а? Она на одного навелась, блин? Ты посмотри. Нет, я сейчас умру. Да сдохните, но... Вот смотри, что камера творит. Да, дай ты мне попасть по тебе. Все, хана, вот теперь точно хана. Да, блин, спасибо вам, разработчики. Увлекательное действие. Вы-то хотя бы перемотать можете. Лексин, мать твою, за ногу, помоги мне, пожалуйста. Меня сейчас второй раз убьют уже. Какой же это кошмар, а? Отлично. Да сдохни ты, пожалуйста. Марика. Я еще и попал. Да, с геймпада целится по летающим тварям быстро. Да елки-палки, ну это же... Ничего не буду говорить. Я предпочитаю не материться в видео.
Давайте еще штук 10. Ну, конечно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тупейшая серия в игре. Давай на лифт. Давайте хоть сюжету порадуйте. Куда мы направляемся? В атмосферный контроль. Ближайший путь к транспортной станции отсюда. Ну да. Пониже камеру, пожалуйста, блин, сделайте, ёлки-палки. Ну что ж, игра против меня сегодня. Я не знаю, вот сегодня как-то я садился за игру в хорошем настроении, она мне натурально портит своими приколами. Слишком много экшена, мать его за ногу. Кривого экшена. Повернись, там у нас Айзек в свое время находил бабаек. Аудиолог очень полезно. Лучше патронов дали. Ой, блин, мне сейчас явно не до этого. Хватай, хватай. Ладно. Место знакомое тоже по Dead Space. Помню, тут Айзек бегал. О, ребятки. Черт, Лексин. Веллер. Экхарт. Нейт. Лексин, слава богу. Я же тебе сказал, что они живы. Мы живы. Не благодаря тебе. Хватит, Экхарт. Ты бы тоже убежал, если бы у тебя был шанс. Счастлив, что не потеряли тебя. Спасибо доктору Хауэлл. Она спасила, спасла мою жизнь. Ну, у вас и команда. Ну-ка, лучше не начинай. Вы что здесь делаете? Пытаемся закрыть этих тварей в водяных туннелях. Дайте я этим займусь. Гидропоника — это мое, знаете? Ладно, давай. Он главный? Ему нравится об этом думать. Так, Так, ребята, короче, направляются к шаттлам разведать дорогу, а док пока будет заниматься водяными туннелями. И Экхарт. I'm not a miracle worker, dear. Your injuries still need time to heal. Take care of yourself. Так, ребята, короче говоря, пошли заниматься шаттлом, собственно, чтобы убежать отсюда. А мы сейчас будем закрывать туннели, похоже. Lexine said you were an executive. She didn't say your name was Eckhart. Warren Eckhart is. Warren Eckhart с нами остался. Executive director of Colonial Mining Operations. I know. You transferred to the Ishimura just a few weeks ago. Худшая карьера в моей жизни. Но тем не менее, говорит, репутация меня преследует. Именно он сменил весь персонал после того, как они нашли обелиск. Как вы знаете, в первой Ишимуре они сменили персонал на юнитологов, как только нашли обелиск. Почему, говорит, юнитологи были в каждом корабле, вернее, в каждом участке корабля? Look around, you stupid mockerhead. This awful mess is what difference it makes. If you think it doesn't... Тихо. Стреляй в него. Я доктор. У меня, говорит, у моего бога свои планы. Офигеть. Фу, блин, нифига себе. Экхарт у нас юнитолог, оказывается, во-первых. Во-вторых, еще мерзавец тот. Несмотря на то, что он так убивался после мнимой гибели Лексин. Как видите, сюжет просто вообще офигительный. И в результате, под конец они говорили о том, что она его узнала, что он доктор Экхарт. И спрашивала у него, какого черта вообще происходит, и почему весь персонал Ишимуры был заменен на юнитологов после того, как обелиск нашли.
Он говорит, а вам-то, говорит, какая разница, чем кто во что верит? А она ему говорит, обелиск, ты посмотри, это он все это сделал. А, собственно, после этого вся вот эта вот катавасия пошла. Ладно, хоть позже перевел вам, потому что тогда было не до этого маленькое. Честно говоря, эта серия мне вообще не понравилась, потому что слишком много экшена осталось. Ну, вы видели, что творилось, да, это же, по-моему, было просто смешно. Это, ну, натурально несложно, это именно раздражающе было. Вот такие моменты я не люблю, надеюсь, их будет поменьше в следующих сериях. Но сюжетно, конечно, был, повторюсь, круто. Блин, сюжет меня, честно говоря, пока что радует в этой игре. Тем не менее, давайте увидимся в следующей серии. Надеюсь, вам понравилось. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.